Друзья мои, с вами Шанов Дмитрий. Сейчас мы покажем вам, как готовится японская соба. Приготовление японской собы – это гонка со временем. Потому что если немного переварить, то ее уже нельзя будет использовать, только на выброс. Поэтому сейчас папа Микки ее приготовит. Ну, вы смотрите внимательно. Опускаем соба в кипяток и варим. Есть таймер. Вот есть таймер, который меряет время, сколько нужно. В данном случае 3 минуты. Вот так вот выглядит соба в упаковочке. Нам особо написано «живая соба». Вот темпуры мы еще приготовили. Грибы. Грибы? Грибы. Баклажан. Баклажан. Амоцию. А это суп такой из утки. Когда собу ешь, надо его собу окунать в эту утку, в этот суп, и будет все круто. Вот так вот и готовится? Да, да, да. А вот это вот все лук, васаби или что здесь есть? Васаби и чога? Два разных типа васаби тоже добавляется в суп для особы. Вот лучок тоже есть. Собу под Новый год уже сложно купить, потому что она уже куплена во всех магазинах. Уже нигде не продается, все выкупили. И вот таких вот коробочек у нас получилось купить всего 3 штуки. Остальное уже все выкупили. Вот уже выглядит что-то похожее на приготовленную собу. Собу продается, кстати, у нас в русских магазинах, поэтому вы спокойно можете купить и приготовить сами. Несложно. В следующий раз я расскажу, как можно приготовить специальный суп для собы, куда ее раз окунаешь перед тем, как ешь. Вот уже осталось совсем чуть-чуть. И будет готова соба. Будут еще другие видео о японской еде новогодней. Это только одно из них. Вы можете все посмотреть на канале. Будет интересно. И вы узнаете много всего нового. Так что подождите еще немного. Собу едят именно перед Новым годом, не после Нового года. Если есть после, это уже неправильно. Потому что соба длинная, и когда ее ешь, считается, что съедаешь все плохое, ну, все плохое, что было в прошлом году. Вот, все, приготовилось. Вот. Будем готовиться, как наши макароны, примерно. Спидо щоб. Гонки со временем, как они говорят. Если прям мгновенно ее не помыть, то все это можно выкрасить, как я уже говорил. Холодной водой омывается все это дело. Не горячее. Кипятком не обдается, как макароны. Соба готова. Теперь осталось только съесть ее, и все будет классно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем спасибо, пока. Пока-пока.